5 человек убиты, десятки получили ранения. Таков итог недавней акции протеста мусульман в Индии. Власти города Халдвани решили снести бульдозером мечеть и медресе, заявив, что они незаконно построены. Мусульмане встали на их защиту. Полицейские жестко разгоняли протестующих. На этих фотографиях один из жертв, который защищал мечеть от сноса. Его родственник рассказал, что было в тот день. Полицейские стреляли моему брату Захиду в грудь. Другого нашего родственника тоже ранило. Полицейские не позволили им поехать в больницу. Власти отключили интернет в округе и запретили проводить массовые акции, в том числе траурные мероприятия по погибшим. Мусульмане считают это явным нарушением прав и преследованием по религиозному признаку. Напомним, ранее в Индии бульдозерами снесли древнюю мечеть. Имама и детей, обучавшихся в медресе, выгнали на улицу. По словам местных мусульман, им не дали забрать ни личные вещи, ни старинные рукописи, ни экземпляры Корана. Они оказались под обломками мечети. Также пострадало мусульманское кладбище, расположенное на территории древней мечети. В последние годы мусульмане Индии все чаще сталкиваются с дискриминацией и преследованиями. При этом каждый шестой житель этой страны исповедует ислам.